В Турции продолжаются поисково-спасательные работы. Сегодня живыми из-под разрушенных домов в Хатае вытащили двух девочек 7 и 10 лет. Одна из них провела под завалами почти 150 часов. Но с каждым часом шансов найти людей живыми становится все меньше. В Турции, по последним данным местных властей, погибли больше 29 тысяч человек. Ранее в ООН заявили, что общее число жертв землетрясений в Турции и в Сирии может превысить 40 тысяч. К этому часу число погибших уже больше 30 тысяч.